Такой луны быть не может, а если она в несколько раз ближе к Земле во вселенной этого мультфильма, то на Земле должны происходить страшные катаклизмы. Как обычно, луна стала больше в несколько раз, каждый день такое. Луна еще больше стала, солнце тоже не такое большое. В течение всей картины проходит много дней подряд, но фаза луны не меняется. И да, размер у нее слишком большой. Солнце не такое большое. Солнце опять слишком большое. Луна не такая большая. Луна не такая большая. Надо пару раз себя спасти, а уж потом переходить к романтике. Луна не такая большая. А, луналикий! Луна, значит, может двигаться и останавливаться на небосводе, я вас понял. Луна не такая большая. Луна не такая большая. Луна не такая большая. Солнце не такое большое. Тебе помогу. Луна не такая большая. Луна не такая большая. Освещаем ваш город. Луна не... С размером Луны все нормально. Вот только она меняет расположение на небосводе. То вверх, то вниз. Луна... Акуна, матата, акуна, матата. Луна не... С этого поезда. Так, мы сможем украсть. Луну! Нет, нет, просто нет, 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 нет. Секунд. Луна освещена. А, черт. О, проблемы и с луной, и с тенями. Ну, можешь гордиться. Ну да, пошел ты нахер. Партия, сашими! А. Солнце не... Император Зург тайно конструировал... Так, ага. Что, даже здесь вот... А!